Вообще это взаимные процессы. Готовить конституцию под нужды белорусского общества и подготовка общества к тому, чтобы определенные изменения были приняты. Стремительно меняются общественные отношения. Ну, это значит, что и законодательство должно где-то догонять, а лучше бы опережать и предугадывать уже какие-то определенные ситуации, которые требуют юридического регулирования, правового регулирования. И, конечно же, Конституция как основной закон страны, принятый уже вот достаточно давно. Мы наблюдаем за тем, как сильно поменялось общество и какие-то вот правовые отношения, субъектно-объектные взаимосвязи. Конечно же, есть необходимость пересмотра определенных норм, и общество к ним, безусловно, готово.